Ой. А чего это вы так испугались, сударыня? Нет, я нисколько не испугалась. Помилуйте, мне очень приятно, что вы меня приняли за такого человека, который... А чего вы не испугались и куда же вы шли? Право, я никуда не шла. Я думала, не здесь ли маменька? А чего же вы никуда не шли? Я, наверное, вам помешала. Вы занимались важными делами. А ваши глазки лучше, нежели важные дела. И вы никак не можете никоим образом мне помешать. Напротив, вы можете принести удовольствие. Вы что-то такое говорите, все как-то по-столичному. Я вас не понимаю. Вы могли бы меня счастливить, если я вам предложу стул. О, нет, не стул, вот, пожалуйста, трон. О, право, не знала, мне так нужно было идти. Какой прекрасный у вас платочек. Ой, я вообще не понимаю, что говорить, какой платочек. Как бы я хотел быть этим хорошим платочком. Сегодня... Лелеять вашу... Обнимать вашу любимую... Сегодня такая прекрасная погода. Да ваши губки лучше, чем прекрасная погода. Что вы так и говорите? Вы мне лучше напишите стишки на память в альбом. Требуйте. Для вас все что угодно. Какие стихи? Ну, какие-нибудь хорошие. Ну... Ой, да я их много знаю. Вот, пожалуйста. О, ты, что в горести напрасно, на брога ропчешь, человек. Ну, и другие. Я забыл, сейчас не припомню. Ну, я вам лучше расскажу о своей любви к вам, которая от вашего взгляда. Любовь? Я не знаю, что такое любовь. Я никогда не знала любовь. Ну, я подвигать лучше сидеть ближе, чем далеко. Нам лучше сидеть далеко, чем близко. Лучше ближе, чем далеко. Да к чему же это? Не думаю, вообразите, что далеко. А на самом деле, позвольте мне вас прижать в свои объятия. Ой, что это там как будто бы полетело? Сорока или какая-то другая птица? Сорока! Ой, это уже слишком. Ой, от любви. Наглость. Это от любви, Марья Антоновна, от любви. Смотрите, я на колени прошу прощения у вас. Помилуйте. Я пошутил. Я на колени, смотрите, прошу прощения. Вы понимаете, я такую провинциалку? Что это значит, сударыня? Ах, черт возьми. Пошла прочь. Я маленькая. Немедленно пошла прочь. И не смей показываться на глаза. Простите. Я, признаться, приведена в такое изумление. А она тоже аппетитна. Сударыня, я сгораю от любви. Вы на колени? Ох, встаньте. Непременно, непременно на коленях. Моя жизнь на волоске. Жизнь или смерть, решайте. Ну, позвольте, я не вполне еще понимаю значение слов. Если я не ошибаюсь, вы делаете декларацию насчет моей дочери? Нет, я люблю вас. Если вы не уничтожаете мою любовь, я не достоин земного существования. Прошу, прошу руки вашей. Но позвольте заметить... Я в некотором роде ее замужем. Ну, это ничего. Даже Карамзин сказал, законы осуждают. Мы с вами уединимся в бассейне струй на воды Италии. Маменька, прошу, маменька, руки, руки ваши. Какой пассаж! Ну, что ты? К чему, зачем? Я, право, маменька, не знала. Вдруг... Бежала, как угорелая кошка. Ну, а что ты нашла здесь такого удивительного? Когда ты будешь знать, что такое хорошие правила и солидность в поступках? У тебя вечно разгуливает какой-то сквозной ветер в голове. Тебе есть хорошие примеры? Перед тобою мать твоя, вот этим примером ты должна следовать.
Анна Андреевна, благословите постоянную любовь. Так вы в нее? Решайте, жизнь или смерть. Да. Ну вот видишь, дура, ну вот видишь, из-за тебя этакое трение. Гость изволил стоять на коленях. А ты вдруг вбежала, как сумасшедшая. Нет. Право, стоит, чтобы я нарочно отказала. Ты недостойна такого счастья. Не буду, маменька. Впредь не буду. Где? О, где? Где мы счастье?